На кадрах нашей видеоподборки виден масштаб капитального ремонта в школе номер 4 города Орехово-Зуево. От старой школы фактически оставались только стены. Внутри поменяли все, от инженерных систем до кровли. Здание разобрали и собрали вновь. Из школы советской эпохи она превратилась в современный образовательный центр с новыми оборудованными классами, с эргономичной мебелью, обустроенным актовым и спортивными залами, пищеблоком и столовой. Зашли в 4 класс, и глаза, это другие дети. Вот это самое главное, что мы смогли детям показать те возможности, которые есть, перед ними открываются, и спортивный зал новый, и новые кабинеты. С вами обсудим, как реализуется программа в регионах Российской Федерации, программа, которая была инициирована Единой Россией и была поддержана президентом. Орехово-Зуевской школе, в которой мы находимся, в прошлом году исполнилось 60 лет. Был юбилей, а сегодня мы с вами, по сути, участвуем во втором дне рождения школы. Школа номер 4 города Орехово-Зуево стала площадкой для проведения всероссийского совещания по программе капитального ремонта школ, модернизации школьных систем образования под председательством секретаря Генерального совета партии «Единой России» Андрея Турчака, министра просвещения РФ Сергея Кравцова и председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова. Во встрече приняли участие депутаты Государственной думы Ольга Казакова и Геннадий Панин, а также глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий. На встрече в формате ВКС со всеми регионами России подвели итоги программы капитального ремонта в рамках национального проекта образования. Обсудили успехи и провели работу над ошибками. Все подрядчики, кто сорвал сроки выполнения работ, должны довести работы до конца, но больше не смогут участвовать в федеральных программах и внесены в черный список, в реестр недобросовестных поставщиков и подрядчиков. Это касается и той организации, которая откровенно провалила капремонт в Ликино-Дулевской школе номер 4. Обсудили на встрече вопрос благоустройства школьных территорий. Капитально ремонтируя такие объекты, как школы 50-х, 60-х, 70-х годов, требуют еще и благоустройства. Да? Мы эту проблему решили. На территории Московской области абсолютно все школы будут еще и благоустроены, но в рамках той программы, которая на федеральном уровне, данного вида работ не предусмотрено. Сегодня мы проговорили, что и этот вид работ будет учитываться при исполнении данной программы. Вот так сейчас выглядит концепция благоустройства территории, которая будет около школы номер 4 в городе Орехово-Зуево. Подрядчик уже активно проводит работы.